Предлагаю вашему вниманию второй сервер на проекте Rust Tesla. Сервер без кланов, предназначен для одиночек. На сервере стоит Instacraft, X2 сбор и постоянные ивенты с мероприятиями. Адрес сервера и группа в описании под видео. Подключайтесь. Вчера-то отмазался, говорит, это Оливер там бегает. Ой, что-то я не то замутил, пацаны. Война, я ему попал в глаз. И он в меня попал. Их там толпа. Он... Человека а, два. Наверх, сверху. Толпа, человека два. Человека два, парнокопытных, блядь. Двойная толпа. Ай, больно. Отбухают. Побрил. Так. Айда наверх, наверх. Нам надо хилиться, а нам нечем хилиться, кроме бинтов, да? Да, печально. Да, а бинтов-то у нас тоже нет, по-моему. Ну, тут... Попал хорошо одному. Ой, наверху-то есть. Кто? А, свои? Нет. Вот он здесь. Все. Попал. Еще один, вон. Да, пацаны, попал. Возьмите ВП-шку, да прикончите их. Я не могу, мне надо умереть. Кого убил! Убили? Они внутри, блядь. В каком внутри? Добейте, попал, добейте, убил, да, одного, один убил одного, убил одного. Внутри один. Дома нашего? Да, ну в тамбуре. В тамбуре все. Блять, а куда патроны-то мои делись на елку? Не знаю, я его туда. Все, я беру пешку и пизды даю им, короче. Давай. Окей, я скидываю. Они в тамбуре трое или двое. Именно в тамбуре, да? Не внутри дома прям. Да, в тамбуре один. В двое тамбуре. Было, одного минусанут. Дамблдор, блядь. Дамблдоре. В Дамблдоре один минусанут и орёт лежит. Че, они его не поднимают? В смысле? Нету никого в тамбуре. Они в тамбуре в начале, что ли, дома? Да, да. А, я-то думал, ты их в клетке закрыл. Ё-моё. Нет, я же наверху. Давай, спехи херать. А где пышка у нас? Ну, в правом ящике. Вон, в правом ящике. Оливер, здесь. Дай. На-на-на, залазь. А выход на крышу есть, да? Ага. Красавчик. Оп. И без сюрпризов. Надо окна сделать, конечно. Да подожди. Это уже на третьем этаже. Убегают они. Ой-ой-ой, крадутся двое. Чё за херня? Слышь, у нас тут осада. Мастер, давай быстрее. Иду, иду, иду. Шури с вами булками. Дойду, бинтик хотя взял. Какой бинтик? Они крадутся куда-то. Или это те же? Те же, наверное, там они пипасники, хуясники. Да, одеты, там ведро, вся херня. На скалу запрыгивают, на скалу. Так, куда идти? Да сюда, вот. Где ты есть? Я наверху. В каком-то вверху. Где? Я тебя не вижу. На крыше дома наш. Ты уже на крыше? Да. Ебать тут трупы. А они на скалу. Во-во-во, я пистолет. Слезь ты с этой крыши, слышь. Тебя сейчас убьют, а пистолет минус, минус, минус. Где? Там орёт, второй. Ребята. Там на, второй. Наверху прям лежит. Там второй, бей второго. Я спрыгиваю. Я не забегу. Сука, один сейчас хп. Сейчас перебинтуюсь. Один наверху прямо мертвый с пешкой. А, вот он. На-на-на-на-на. У меня елка сломана. На-на. Не, не где вариант. Он уже, этот ублюдок второй? На. Да на скале, это долбанный. И тут еще один. Ой, ну нахер. Мясо их трое было. Нам надо хилиться, нам нечем хилиться. Все. Че, бинтов наделать? Не, я сейчас на мясо порубил чуваков, и сейчас сам. А, дропнул. Есть, я пожарил, 5 мяса есть человеческого. Вот сейчас еще что, будет. Они все убежали, получается? Нет, на скале сидят. На скале сидят, меня убили, бля. Так. Куда он? Ну что, Оливер, убей. Йоу. Давай. Блядь! Еще один с хедшотом, как они же? А у тебя тут еще есть какой-то лут? Угу. Ну давай, тогда забирайся. У нас дерева вообще нет, да, окна поставить хотя бы одно-два? Да я не могу до верха добраться, мастер, тут, блядь, дел внизу. Дышу. Ай, блядь! Тебя? А чё, пышку потеряли или что? Я опять активизировался. Нет, у меня она. Я, правда, лежу на крыше, если кто-то поднимет. Я иду. Так ты на самой крыше, что ли? Да, вышел. Ну, так и с этого. А, всё, ладно, пойдём. Мастер, ты вообще, что ли, ёбнутый? Я, блядь, а тебе с лестницы не вариант стрелять вниз-вверх? Два выхода нет, на крышу. Не видно там внизу уже. Два бегут, выхода на крышу, блядь. Не видно ни с одного, я же был.
А ты что, все, забрал? Хэдшот. Одному. А, вон они бегают там толпой. Ни у кого они случайно отступили. High quality нету, хоть одной руды. Mm-mm. Еще одну пешку. Нигде не находили в трупах там. Mm-mm. Они отступили, мастер. У меня одного все повисло. Да, опять лаги, что ли, я не могу ничего плутать. Темно, да, да, повисло. Mm-hmm. Темнота, они домой уходят. Есть вариант сейчас полутать. Ага. Так. Ну что, пока ночь, я пошел делать наши черные делишки. Так. А что тут бобовый лежит, я подобрал? А, это Феникс кинул, хотел им закинуть, и немножко неудачно. Не докинул. Да что такое, а? Дождь что ли пошел? Да что все такое? Опять так же лагает, нормально. Ебучий сервер. Я пришел на сервер, все, начал лагать. Так, здесь никого. Все, так. Что здесь? Никого. Все, я пошел. Они костер жгут, блядь. Слышь, у печки большой. Прикинь. У них там этот, блядь, шашлыкяо. Пешки бери. Какие пешки? Одна пешка всего, Феникс, ты чё? Мне хэдшот, я умер. Блядь. Вышел полутать. В смысле, одна, две же бил. У меня есть сопровождение, так, и у меня 6000 дерева. Хорош. Хорош, смотри, сейчас затащу еще побольше. Мне даже Феникс помогает. Мяса Феникс. Нету по есть. Пути ни у кого, есть мясо, надо. Че? Не хочешь стать мясо? Пожарить нечего. Че? Мясо не хочешь жить? Нет. Нам не хватает. Я несу 13 ног и 8 ребер. Красавчик. Добытчик. Так, кто-то за камнем, смотри, голый. Запрыгивает на скалу. Ух ты, вот это вообще в молоко. Минус. О, попал. Не минус. Минус. Вот теперь минус. Разрублю его. Да, рубите, рубите на мясо. Кто такой? Пуста. Мясо. Жир. Да, болт. Хэдшот, батя. Сразу нахуй, пидор. Убил? Упал нахуй. Да. Отжался. Только вылез гандон, блядь. Ведро прям ему, сука. Пробил ему ведро, блядь. Пидоразу. Сейчас его мозги ебать буду ему. Сколько ненависти, это вообще, если надо с ним фильмы снимать, отвечаю, он актером будет отлично. Столько ненависти. Столько души вкладывает в эти слова. Гамлет. Блин, ты чё, там уже кончился, что ли? Феня, блин. Такой просто... Я боюсь за его здоровье, может у него эпилепсик, блядь. Эпилепсик. Дерево там мне дает эпилепсик. Кстати, крыша не закрыта, если на, куда пошел? Да вот он я. Пошли пристроимся. И 38 довесок. Маленький такой, да? Так. Спичка. А, слушай, в костер есть дерево? А, есть. Есть, есть. Жарко. Пошли пристраиваться. Мясо. Этот смех напоминает мне фильм «Проклятие». Там в этом ёбаном ящике сидело это чмо и вот так вот, да, рыгало, блядь. Не, у меня такое было ощущение, что Феник кто-то колумбийский галстук делает. Знаешь, горло разрезал, блядь. И он такой... А прикинь, в натуре, ебать, обрезал. Ой, блин. Угар, смерть в прямом эфире. Представляешь, сколько у тебя бы подписчиков сразу появилось бы, Боня? Ага. Офигеть. И потом требовали, убей еще кого-нибудь, да? Видео мало, где видосик? Да, где видосик? Женька отдыхает, пидор. А ну-ка стой, сними броню. А что у него? Смотри. Ой, у него галстук, смотри, галстук у него. Броню, говорю, сними. Броню сними, а не майку. Да смотри, он все снимает, только не красавчик. Еще хэдшот. Ничего себе, она стоит очень много. Ты прикинь, он голый вышел лутать? Ага. Да, он да, вышел да. Голый лутать, сидел лутал, я ему хэдшот еще один повесил. Нормально, слышишь, ну, такой цивильный человек. Ага, классный наряд, кстати. И у тебя в кармане блядь. Часы, как я понял. Нудисты, нахуй. Все голые такие, намек понял. Нудисты, нахуй, говорит. Идет, дай. Все, я зашел. Выйдите оттуда. Минус. Это он был, скорее всего. Да, это он. Он с крыши прыгает.
Надо долбить дверь. Нет, он, у него спальник на улице, у него здесь кулдаун. Сейчас, пацаны, надо это... Какая дверь у него, железная? Да. Надо этим... Да, обычная, надо бубенчиком, топоры. Надо бубенчиком бить. Ну вы либо поняли. Либо топором, бубенчик, бубном. Дорого очень. Кого дорого? 50 металла и 100 дерева, блядь. Так. Короче, я вход стерегу, ты там стереги. Сейчас я бубны делаю. А этот, где? Ну, дерево. Ну, дерево. На. А металл есть? А, металла у меня нету, ищи поешь. Оливер, я тебя трублю руки в следующий блядь. Раз. Опять, да всё, подожди. Взял. взял, металл есть? Блин, у тебя ящик сверху есть, взял. Да. 500. Делаю нам бубны. Надо, чтобы кто-то с улицы контролил. Да он закроет, мастер. Надо, чтобы ты с пипасом был с кем-нибудь. Или калашом. Пипас, а у нас есть пипас? Наверху он. Нет. Минус. Нету. Готов, спит. Я пешку возьму. Хедшот, наверху он. Он хотел спрыгнуть. Так, а есть бинты у нас? На. Давай. Я по ящикам просто раскладываю уже. Все, у него теперь кулдаун. У него кровати стоят. А где НАТО сказал? То, что, что? А, ты сказал на, в смысле, в инвентаре. Ну, короче, в ящике. Так. Сколько хп там ломается? Хоть какой-то фэншу. Да. Да, пошел, ломается, понял, тебя ждем. Давай. Иду. Блин, у меня 10 бубнов, хватит? Нормально. Они быстро вообще? Не знаю, без понятия. Да-да, бубны по одному хп, вроде. У нас возле дома кто-то идет. Жесть. Не вижу возле дома. Одетый. А где пешка? Надо забрать его. Я. Подожди, нет, этот закроет. Подожди, 5 лет. Где он? Понял. Ты хер на него, иду к вам. Так, два бубна уже готовы. Это я. Я здесь контролю. Давай, иду. Все, дома он походу зарезался. Блять, вон ящики вижу у него. Ну, чтоб к ящикам попасть, да надо варвар. Да что меня откинуло-то так? Ты завис, лагает, лагает. А в ящики. Шлеме, это ты, да? Ящики в арморе, вон там. Где? Вот в этой? Смотри, иди сюда. Вот. Давай эту выбьем дверь, а дальше видишь? Посмотрим, может влево. А, вижу. Ой, там до хера. Да, очень много ящиков. Давай, бьем. Пихаешь. Нам пахнуть нечего, да? Это забей. Бью. Ебать ты бьешь. Чё? Будет быстро. Топает по железу, вон, наверх. Два. Один. Лежит. Хорош. Внутри. Открыл. Болтовка у него. Болтовка у него. Давай, я забираю. К вам идти? Мастер, заходи. Так, выше поднимаюсь. Но никого нету все равно. Он вот здесь вот. Он сюда к нам может попасть? Вот, он заперт на втором. Крыше? Он на втором этаже заперт. У него... О, подходит кто-то справа! Мастер! Справа дома, осторожно! По-моему, с камнем. Не, вдоль стоит. Реки, вдоль реки. Понял. Убегает, там с камнем. Да, вот в ту сторону. Так, это не ломается. Верхняя. Сейчас он двери откроет. А куда ты ушел-то, Феникс, блядь? Вот я, блин, наверху. Блин, мне выходить надо. Жесть. Пошел. Он вниз не попадет. Топоры! Туда, ребята, топоры, ну, железные, да. Надо. Я. Бля, мы сейчас его сломаем. Бонни, на, иди сюда. Что там? Что кирки. У тебя? Кирками так же долбится. Давай. Он к луту не может попасть, ребята, да, получается. Да, первый, да. Этаж лут. Что ты мне даешь? Вот он ваш. Ну, пистолет, я все. Ну ты все. Вообще вовремя, Феникс, блять. Да бля, я знаю, срочно надо сейчас. А Оливер. Надо, чтобы ты вышел из дома. По-другому никак. Иду. Кто куда, Феникс, куда? Да все, он выходит, блять. А ты там ляжешь, что ли, у него? В доме? Ну да. Зачем? Уйди к домой, бежи к нам. Да ну. Все, Оливер, давай, иду к нам тогда. Я иду. Сейчас порох скидываю. Что-то надо тут дома взять? В смысле, нет, Феникс, ты тут слег? Ну там вот. Не знаю, там слег. Ну ладно, его Оливер залутает как раз, вооружится. Подходит у входа. А, у тебя? Да, у меня. Что-нибудь есть. Надо из дома, Бонни? Нет, только твое тело.
блять, мне хэдшот, охуенно. Беги быстрее, он закрылся. Он не закрылся, он там за углом стоит. Кто живой-то? Есть наши живые? Я, забегай быстрее, пешку возьми или что? Он закроет сейчас нас. Не-не-не, я бегу. Беги тогда, я пока не лезу. Не лезь. Блять. Как этот хэдшот, блять, жесть. Он там дверь пикнул, он закрылся где-то, Монев, справа. Слева, ага. То есть. Так, это я сбегаю. Давай. Так, это вот. Я говорю, на твоем месте, если бы я стоял. Ой, он превращает в железо все. Сука. Железо так, а превратил. А что толку-то, что он превращает в железо, если мы знаем, где он. А будет. Может, у него там лут, нет? Вряд. Было-то дерево. А как вряд ли, если он у него лут же там, он же сейчас спокойно превращает. ХЗ. У него, значит, там лут все-таки, сука. Ну и болт там же был, получается. Так, вот здесь он стоял. Вот. Он там сейчас, да? Да. Так. Что это? Кровать это сломаем ему. Я ломаю. Ты, Оливер, на улице смотришь, чтобы он в окно не выпрыгнул? Ну, насколько я могу, мне, блин, четыре стороны надо тут контролить. Главное переднюю смотри сторону. Печки. Сокон, чтоб не спрыгнул. Он закрылся, где печка, а не лут. Да. Да. А внизу лут, да? Да. Сейчас придумаем что. Подожди, сейчас разобью ему кровать эту ебаную, чтобы он не резался. Так. Вот здесь он стоит, или это ты? А, это ты. Я могу, знаешь, что сделать сейчас, чтобы мы не боялись? Я могу сейчас сходить отремонтировать бубенцы и выбить ему дверь, которая вторая. Ну, которая. А может она закрыть. Правильной стороной. Так мы же с другой стороны находимся-то ее. А, она же армовая, понял? Внутри. Да внутри, говорю, которая. Вот эта дверь, вот эту. Могу выбить. А, эту? А, я за эту не боюсь, всё, я больше понял. За ту боюсь, да, за армовую. Все понял. Так, а здесь нихера не сделать. А, не страшно, у него двери-то. А, эти, смотри, деревянные стены здесь, мы же на улицу выберемся. Нет? Нет, надо да, отремонтировать все. Смотри, а вот эту может выбьем пока, смотри, Бонни, наверх. Это наверх выход. Да, мы ее выбьем, и сокон выпрыгнем, и все. На край. Так, ты иди бубенцы ремонтируй. Mm-hmm. Есть живой бубенец? Да. Попробуй вот эту дверь правильную, как она выбивается. Там, да? Бесполезняк вообще. Ударов 10, наверное. Вижу его. Подожди, через щель ёбну, попробую. Не ёбнешь ты его через щель. Хотя дерево простреливается. Кстати говоря, дерево-то простреливается. А где дерево? Кто выбежал? Я. Фу, бля. Как-то ты долго. Ой. Да я просто за углом был. Ой, там двое, трое у нашего дома. Да. Вот их здесь еще не хватало. Да тут нищеброд. Смотри, осторожно, может там с копьем, с луком. Сука, хуёво, что он успел закрыть. У него уже кровать там и сломали. О, сосед вылез какой-то с соседнего дома. На крышу. Это кто? Не знаю. Это пропасть. Мы сможем ему дверь... Это кто? Да, не простреливается. Дверной проем сможем ему выбить багом с краю. Он слез ко мне, идет на меня. С мечом. Здрасте. С мечом. Ой, зашел. Тебе поднимается, мастер. Мечом. Это, бил? Да, его друг, ебаный Коржик. Да, это соседний дом, он вышел. Да, это Коржик, его друг, он его позвал. Ты его убил? Да, он может быть вооружен, кстати, Коржик. Он был не, мастер, с мечом. Я думаю, уходи оттуда, там ничего не сделаем. Забей. Нам да почему не сделаем? Да нам не затащить, ты понимаешь, чем ты будешь бить? Затащить. Сейчас я тебе объясню. Ты приди просто сюда. Я покажу как. Так что тебе надо? Кирки получается? Бубенцы, все возьми. Бубенцы, кирки, топоры. Кто еще подбегает? Это я бегаю. Сейчас не бегаю. Сейчас бегаю. Угу. А у тебя даже лука ничего нет? У меня лук есть. Я стрелял в него, но он на меня внимания не обращал. Он сразу в дом побежал. Так. Так, топоры. А это пары что ли выкинул? Топор, точнее. Ой, это кто? Так, турель изучил. Это я его.
Так, остальное крафчу тогда. Так что нужны, топоры или кирки? Кирки. А, нет, топоры нормально. А ты мечом, да, там лазгаешь? Да. 8 топоров я делаю. 8 кирок еще делать? Не, пока ничего не делай. Ну, пару делаю. Здесь иду. Накрафтим, Так. Того дома, Бонни, соседнего. Ага, коржик. Коржик этот. А, этот тамбур ставит. У него там немножко реса есть в печке. Он с них ставит. Так, чё? Смотри, контроль его. Скинь мне топор или что-то. Ну, буми нет. Подбегает кто? Это я. Я бегаю здесь. Ну, чё? Так, ты его там смотри. Сейчас. Ну. Чё он там строит? Чё-то не понимаю. А, он так он тамбур все херачит. Вон здесь дымит, вижу. Да, вижу. А, вот у него ящик с луком, здесь стоит полка. Полка с луком. Ну так что ты делаешь-то, мастер? Подожди, я смотрю. Чего можно тут замутить? Да ничего тут не замутишь, мы тут потратим время. Не-не-не-не-не. Не гони. Сейчас все будет. Ага. Ого! Мастер, да ты молодец. Это мина или граната? Замутил. А, бомж в кустах, он спрыгнул походу, пацаны. Сверху спрыгнул, он же, у него есть доступ наверх? Нет. Нет. А, значит не он, доступ кто-то караулит, видимо коржик. Коржик этот. Да, это коржик. В кустах там наяривает. Так, кирка готова хоть одна? Ты же сказал топоры делать, блять. Ну давай кирки тоже, можно топор, кирку. Кирку теперь. Отмени топоры, делай кирки. Ты нормальный? 750 собрался бить? Подожди. Занервничал. Да бей, ты свой болт просовываешь там, и все. Лакел он бежит, какое-то мудило. Просто уйду, пожалуйста, я не буду вас трогать, хорошо? Он подбегает, говоря, просто уйду. Стреляй, да не трать ты стрелы, ты что, дурачок, ты же стрелы просто тратишь. Ты, я бомж, хорошо, ты там просил, задержи мой камень. Промаз. Бля, залетаю. Забежал к вам, пацаны. А что, двери все открыты? Здорово, нахуй. Да, Бонни Бакр. Нахерайся, чувак, ты дерзкий, промазал, ну плохо, бля. У тебя, Боня? Тут бич спал, я, короче, в нем полазил, но он пустой. Плохо, короче, отпечатан. Вот тут еще взять вот на. Ой, по мне. Блять, мастер, пали его. Этот кек, короче, с херач с пекаля по мне. А, мастер, ты займешь с ним? Да, где он? На крышу у себя. А, на крышу. Угу. Попал, да. Ушел, да, он? Ну, с крыши. Да, ушел он, я им попал. Смотри, Бонни, работает этот баг. Мы сможем выбить, но надо две каменные стены выбить. Ты за? Нет. Чтоб к луту попасть. Почему? Айда выбьем, там столько лута. Там столько лута. Еще надо держать этого чувака. Ползает опять. Да, короче, забейте, меня тут уже все закрыли. Я с луком, что я могу сделать против него? Он стреляет с крыши. Ага. Хэдшот ему. Меня убьет сейчас. Блять, как он живет? Он сейчас упадет, а нет, живой еще. Этот все в себя заперти сидит, пытается выйти. Короче, пацаны, я дверь не контролю, он меня просто держит здесь за углом. Угу. Да, ты его контроль, главное, чтобы. Какой контроль? Я еще раз тебе говорю, да нет, я не контролю. Он мне говорит. Я этого сейчас контролю наверху. У меня 12 хп и нету бинта. Ты беги домой, можешь? Забеги, я тебя добью. Он меня убьет сейчас, он караулит, вон. Это кто? Он подбегает, Бонни. Выходи быстрее. Бегу. Он внизу. Жесть. Я заблудился маленько. Это я здесь. Опять мне хэдшот. Где он? Это я. Бонни, кто? Он меня убил. Вверху, что ли? Тот вышел из дома? Я не понял, он что, забежал, что ли? Почему да в меня П-250 стрелял? А мастер что делал, блядь? Я не знаю. Я здесь был?
Ну да как он мимо тебя пробежал, мастер? А, нет, 2 хп. П-250, как мимо тебя пробежал? Ты тут, беги быстрее. Это я. Это я. Подожди, Оливер, уйди, он там. Ну я на луке, у меня 3 хп. Я не понимаю, мне батя заставит... Бонни, беги, я тебе лук дам. В смысле лук, а где моя пешка? А так она там, он тебе, возле тебя сидит. Ну так ты его с болта не можешь убить? Нет, я пока залезть не могу, у меня хп мало. Так, бля. Да надо было валить, короче, отсюда. Так, надо, короче, бери лук, Бонни, а топор тебе дам, ты забегай как берсерк. А я за тобой. Ой, а что это? Или тебе лук дать? А, куда? Да дай мне лук, там стрела, бери. Что-нибудь. Вон он, убил меня. Попал. Понял, не давай, давай. Ага. Все, дверь закрыта, подними, блядь. Все. Отлично. А ты где? Бля, я не знаю. Как они забежали, сука! Все. Ты что за пиздец какой был?